Столпотворение в кафедральном соборе столицы. Спустя неделю строжайшего поста верующие собрались на причастие. У храма образовались очереди. Este important pentru noi asta. Asta învățăm și copiii. Dar nu mai este frică, nu prea se respectă distanța socială acolo în interior. Nimeni nu intră în contact unul cu altul. Este bine că poartă măcar măștele, cum au rugat și slujitorii. Макрамусы, рух Dumnezeu, смерти покатели. Хоть сейчас покаюсь перед Богом за молю грехи, чтобы был мир в семье. Вот из-за нарушения наказов Господа и происходит все зло на земле. Видите сами, мир парализован. Всяко видеть Бога, клопом интересы парализат. А есть еще ляка де фрика, да? Конечно, есть опасения, но мы ведь не часто приходим. Хотя бы в Великий пост все еще думаем о церкви. Мне не страшно, если честно, потому что есть Бог, Его благословение. Поэтому я не боюсь. Соблюдаем дистанцию, дезинфицируем руки, носим маски. Думаю, так сам Господь задумал. Я заменил, адика, портаю маску, и я думаю, чьи есть искрыть для Дома, чьи оси. Великий пост у православных верующих начался 15 марта. Он продлится 40 дней до воскресения Христова. В этот период им нельзя употреблять в пищу яйца, мясо, рыбу и молочные продукты. Это время духовного возрождения человека, покаяния и очищения души, говорят служители церкви. Пасху в этом году православные отметят 2 мая.